целях контроля качества обслуживания все разговоры со специалистом записываются. Банк Марина, здравствуйте. Здравствуйте. А могу узнать, вы советские рубли принимаете? Советские рубли, вы сказали? Да, советские рубли. Угу. А, скажите, пожалуйста, ваш вопрос, вам нужны советские рубли? Нет, наоборот, хотите... я хочу сдать, как бы. Я просто увидел курс. Курс, в общем, на Госбанке, на официальном сайте, там на сегодняшний день, дескать, $1 равен 56 копеек, по-моему, на каждый месяц. И вы хотите сдать советские рубли, правильно? Ну да, все верно. Возможность есть такая. И вашего вопроса потребуется некоторое время. У вас есть возможность ожидать на линии? Ну да, могу подождать. Спасибо. Вам за ожидание, уточнил для вас информацию. Угу. Советские рубли Сбербанк не принимает. Да, странно. А только драгоценные металлы. А Госбанк почему до сих пор действует, валюта? Вот Центробанка на официальном сайте причем. Ну вот смотрите, сейчас уточнил информацию, сказали, что Сбербанк не принимает. А может тогда еще узнать, вот такая ситуация по жилищно-коммунальному, там вот номер счета, знаете, да, номер счета-то, который приходит. Там вот идет первый синтетический счет, вот 810. А не могли бы что-то повторить? Ну вот, сначала. Смотрите, первый, ага. Первый по пятый там синтетический код идет, ну вот у каждого счета, да, номер счета. Вот следующий, вот, по-моему, шестой, седьмой, восьмой, это вот код валюты именно, да? 810, вот он сейчас отменен или нет? Вот кто-то говорит, что отменен, кто-то говорит, что нет. Или 643. 810, это что, код валюты, да? Да, код валюты именно. А какой валюты именно? А, это валюты, как бы, ну, это еще общесоюзный был советский, потом уже РСФСР, ну, он РУР, а потом он отменен был в 2003 году. Вот я в управляющую компанию ходил, что вот, дескать, валюта-то отменена в 2003 году была. 643, по-моему, сейчас. А вы хотели бы уточнить 810-й код валюты, отменен? Да. Ну, то есть, отменен, не отменен. Правильно, ну, потому что в консультанте написано, что он отменен, аннулирован. А 643-й вам тоже уточнить? 643-й, ну да. Уточните, пожалуйста. Потребуется некоторое время для уточнения вашего вопроса. У вас есть такая возможность? Да, подожду, конечно, подожду. Спасибо, ожидайте. Угу. Спасибо вам за ожидание. Уточнил нас информацию. К сожалению, такой валюты нету. 810-й, да? Да, нету. А, ну все, значит, я правильно, значит, в ЖКХ ходил. Ну ладно, хорошо, спасибо, тогда буду там уже сам разбираться. Спасибо вам за звонок, всего доброго. Вам спасибо, до свидания, успехов. До свидания. И вам. Спасибо.